Всем привет! Показываем ресторан московский. Вот оно. И это кафе. Мы хотели пойти в Михаил Светлов, но так получилось, что увидели, что большое количество людей идет именно в это кафе. И мы пошли за ними. Ну, и заплатили по 750 рублей за еду. И увидели, что здесь все включено. Ну, вот как это называется, шведский стол. Все можно кушать, что хочешь. И первое, и второе, и салаты, и сладкое, и чай, и кофе, и соки всевозможные. А мы сбежали с улицы, потому что сегодня очень холодно, 0 градусов. Мы гуляли по Измайловскому Кремлю, и страшный ветер. Вот специально флаги показываю, чтобы вы увидели, какой ветер. Он не просто холодный, вернее сказать, он не просто сильный, он еще же ледяной. Поэтому мы здесь сидим, отдыхаем, не спешим никуда уходить. Здесь очень хорошо, тепло, вкусненько. Вот папа пузика наел себе. Вкусно, очень все было вкусно. Рекомендуем сюда приходить. Гостиница. В гостиницу «Гамма». Ну, это ресторан. Это не кафе, это ресторан. Ну, ресторан. Да, московский. Шведский стол. Ну, видимо, здесь, как в обед, делают именно бизнес-ланч. Такой шведский бизнес-ланч. Да, или просто обед, можно сказать, по-русски. Ланч это... Или деловой обед. Не совсем по-русски. Вот. В общем, нам понравилось, рекомендуем.